Вы слушаете канал Jazz.club. Музейные реликвии. Коллекционное оружие. Итальянский пистолет. Беретта М1934. В 1934 году итальянская оружейная фирма Беретта создала компактный малогабаритного размера пистолет, получивший одноименное название Беретта М1934, итальянский Беретта М1934. Патрон использовался для него калибра 9 мм. Выпускался пистолет с 1934 по 1981 годы. В начале 1991 года для коллекционеров оружия фирма выпустила дополнительную партию таких пистолетов в количестве чуть более 4500 штатов. Главным конструктором пистолета являлся Тулио Марингони, Таллио Марингони. 1881-1965, который создавал короткоствольное оружие этого семейства с 1914 года. Вес пистолета без патронов составляет немногим более 600 грамм. Есть модификации Беретта М1934, где используются другие патроны немного меньшего калибра. Свободный затвор пистолета очень надежный и практически безотказный. Пуля при выстреле покидает ствол со скоростью 270 метров в секунду. В магазине размещаются боеприпасы в один ряд. Он вмещает 7 патронов. Модель 1935 года 8 патронов. Возвратную пружину конструктор установил под стволом, который во время выстрела неподвижный и легко снимается при разборке. Спусковой механизм одинарного ударного типа. Беретта М1934 имеет великолепные боевые качества, пистолет удобный в обслуживании, недаром его выпуск продолжался почти 50 лет. В свое время это оружие поступило в вооруженные силы Италии, фашистской Германии, а также Финляндии, Румынии и предназначалось исключительно для офицеров. Весьма интересный факт, Беретта М1935 хранится в Музее истории милиции в Москве и Донецке. Сегодня коллекционная Беретта в хорошем состоянии стоит от 80 тысяч рублей. Конечно, согласно российского законодательства, такой пистолет деактивирован и имеет затворную задержку. Продолжение читайте на сайте jazz.club.